Будьте добры, документики на машину, водительское удостоверение. Есть на этот час. На по закону есть час. Два часа даже есть. Принеси документы. Угу. А почему он не предоставляет нас? Нам это время. Почему? Нам на это дают что? Два часа. Два часа дается времени. Почему он не дает это время? Хорошо. Передать управление транспортного средства лицу, не имеющего при себе документов на право управления. Дальше читайте где-нибудь. Но это, ребята, закон же есть. Предусмотрено штраф 3000 рублей. Кого? При себе. А вы... Правильно. При себе. То есть не наличие. Хорошо. А при себе нет документов. Вы, то есть вы совершили перед, административное правонарушение, передали управление лицу, не имеющим при себе документов. Вы перед посчитаете. Я прочитал вам. Вот смотрите, статья предусматривает. Вы мне одну статью считаете, вы прочитаете другую. Я вам что прочитал, я имею кто... право в течение двух часов принести ваши вам документы. Ваши документы, вот. Мои, вот они. Да. Все. Вы передали управление лицу, не имеющему при себе удостоверения. Я еще раз говорю, вы вот прочитаете. Вот ваше правонарушение. Водитель, который сидел за рулем, он совершил другую статью. Нарушил, понимаете, смысл в чем? За его правонарушение присмотрено 500 рублей штраф за управление без документов, то есть без водительского удостоверения. А ваше правонарушение связано с передачей управления лицу, не имеющему при себе водительского удостоверения. При себе. При себе, да. Так вы прочитайте раньше, там есть закон такой, что в течение двух часов я имею право предоставить эти документы. Все, два часа мне дается. Хорош правосуд. Да не, это надо. Вы правосуд. Слышите, это надо обжал ее. Я буду с Виталием Дмитриевичем разговаривать по этому поводу. Это закон был и есть. Виталий Павлович, извиняюсь. Обдираловка натуральная. А вот молодой человек, он даже не подает. Его даже не выпускают с машины. Управлял транспортным средством, не имел при себе документов. У него есть право. Это дается 2 часа времени. Вы что, ребят? Ребят, вы что? Он предоставил документы свои. Потому что есть время, дается 2 часа. Ему ничего не будет. Привезли документы. Так ему ничего не будет. Ну так ему ничего не докажешь, да, сейчас. Ничего не докажешь. Да как успокоиться, как успокоиться? Успокойся. Просто власти нет на них, власти нет на них. Нашлись умники просто, умники нашлись. Почему ему не дают это? Да. Я говорю, это обспорить можно очень хорошо. Какие проблемы? Вперед. Никаких. Нарушили. Пункт 2.7. Пункт 2.7. Там написано, почему передавать управление транспортным средством, не имеющее при себе водительское удостоверение. Почему нет-то? Правила дорожного движения. Если вот, допустим, мы вас довезем. Не надо. С мигалками. Нет. Понимаете, не обязан иметь дома исходить. Там написано правило. Обязан иметь при себе и передавать для проверки. Если я тут же вызываю человека, который писал страховку. То, что потом уже происходит. Состав правонарушения считается оконченным, когда вас уже остановили и выявили нарушение. Потом это все вызовы, это уже потом. Все потом это уже. Если у вас человек, который сидел за рулем,
пьян, а вы сидели справа, как владелец транспортного средства, значит, лишат его, меня, да, я знаю. Лишат вас и заберут машину еще на спецстоянку. Вы вмешиваетесь в разговор. Она с нормальной? С ума сошла. Отойдите, пожалуйста. Не могу разговаривать. Все хорошо, я поняла. Все. Но... А сейчас у него состояние. А это дает время? Не дает. С этим согласен? С этим согласен. Но... Можно? Ручку? Еще раз давайте. Передал управление транспортным средством лицу, не имеющим при себе документов на право управления транспортным средством, водительского удостоверения. Гражданину. Я защищаю свои права. А кто их нарушает? Вы. Чем? Своим. Как называется? Чем? Как называется? Оскорбить или не оскорбить? Оскорблю? Нет. Уголовное дело, да. С нарушением согласны? Нет. Ну так надо написать, не согласен. Так я и напишу это. Напишите. У вас же нет таких прав. Разбор нарушения будет завтра в 10 будет. Утра. Завтра? Да, завтра в 10 утра. Завтра, вот завтра, что вы ознакомлены с этим. Нет, сегодня воскресенье. Завтра понедельник в 10 утра в ГАИ город Кингисепп, Жукова, 7А. Вы не слышите, понимаете? Да нет, вся проблема в том, что мы не знаем своих прав. Они этим пользуются. Да, они этим пользуются, они этим пользуются, да. Давление создают. Но хотя я имею право сидеть даже вам книгу показать, да, и не высовываться в окошко. Да, все верно. Здравствуйте. Праздничком вас. Каким? С наступающим Новым годом. Что-то рановато. Ну а что делать? Кому как так.